Гаджеты занимают в нашей жизни куда большее место, чем мы думаем. Так давайте же оценим масштаб с помощью фактов. Да, здесь будет много цифр. Пристегните ремни, отправляемся в путь. В 2020 году в мире насчитывается 3,5 миллиарда владельцев смартфонов. Это почти половина населения мира. Если брать во внимание все мобильные телефоны, цифра вырастает до 4,8 миллиарда, а это все население Азии и еще чуть-чуть. С нынешним темпом роста к 2025 году число владельцев мобильных телефонов увеличится до 7 миллиардов. 850 миллионов владельцев смартфонов находятся в Китае. Ближайший конкурент Китая – Индия – 346 миллионов. Если объединить пользователей всех мобильных устройств, включая ноутбуки и планшеты, их количество составит 68% населения мира. В мире больше людей владеют смартфоном, чем зубной щеткой. Общее количество мобильных соединений в мире – 10 миллиардов. Это на 2 с хвостиком миллиарда больше, чем людей на планете. Если выложить все смартфоны в мире бок о бок, полученная линия составит 1 240 000 километров. Этого достаточно, чтобы добраться до Луны, вернуться на Землю и снова отправиться на Луну. Кажется, тут есть о чем поговорить. Вес всех этих смартфонов составит 1,5 миллиона тонн или 60 статуй свободы. В среднем для полной зарядки смартфона требуется 20 ватт-часов. Это 7,3 киловатт-часа в год, что стоит около 70 рублей. Мощности, необходимой для полной зарядки всех смартфонов в мире, хватило бы для запуска на орбиту 14 ракет весом 500 тонн каждая. Существует специальное слово для описания страха потерять смартфон – номофобия. В среднем человек проводит онлайн 24 часа в неделю. Это 1/7 всей жизни. Если у вас есть смартфон, скорее всего, вы заглядываете в него больше 150 раз в день. Как насчет того, чтобы подсчитать? Вы прикасаетесь к смартфону, даже если не заглядываете в него, больше 2600 раз в день. Ваш смартфон находится с вами или очень близко от вас около 22 часов в сутки. Во время сна около 2,5 миллиардов человек держат смартфон рядом или под подушкой. 75 миллионов человек засыпают со смартфоном в руке. Смартфоны примерно 2 миллиардов пользователей работают круглосуточно. Почти 1 миллиард человек проверяет новости и сообщения сразу после пробуждения. В 2019 году приложения были загружены больше 200 миллиардов раз. В 2020 году прогнозируемый доход от мобильных приложений составит 190 миллиардов долларов. Через год около 70% сетевых подключений будет производиться со смартфонов. 90% времени пользования мобильным устройством люди тратят на приложение и всего 10% на все остальное. Кроме того, 90% владельцев будут использовать смартфон за рулем. Это больше 3 миллиардов человек. 10% покупок в мире совершается онлайн. К 2027 году на планете будет больше 40 миллиардов умных устройств. В 5 раз больше, чем людей. Прямо сейчас почти каждый второй автомобиль подключен к интернету. Пока вы слушаете этот факт, к интернету подключается больше 500 новых устройств. За 2019 год в одних только Штатах люди накупили одежды и украшений больше, чем на 100 миллиардов долларов. По всему миру эта цифра составляет больше 3 триллионов долларов. 50% онлайн-покупок совершаются через смартфон, а 65% офлайн-покупателей сверяют цены в сети. С 2013 года продажи смартфонов составляют около 100 миллиардов долларов в год, и с каждым годом цифры продолжают расти. Через 3 года вклад мобильной индустрии в мировой ВВП будет равен практически 5 триллионам долларов. В среднем первое мобильное устройство появляется у человека к 12 годам. К 2030 году этот показатель может опуститься до 4 лет. Каждый день в интернете появляется 1 миллион новых пользователей. Первые 5G-смартфоны появились в 2019 году. По прогнозам, через 5 лет их количество вырастет до 1,5 миллиардов. Средняя скорость мобильного соединения в мире составляет около 30 мегабит в секунду, и каждый год она растет на 25%. Если у вас есть смартфон, скорее всего, вы отправляете и принимаете около 10 гигабайт данных в месяц. Этого достаточно, чтобы воспроизвести 2,5 фильма в HD.
За прошедшие 5 лет использование искусственного интеллекта или ИИ возросло на 300%. 4 из 5 взаимодействий с клиентами обеспечиваются с помощью ИИ. За 2019 год Facebook искали в сети больше 230 миллионов раз. Google гуглили почти 86 миллионов раз. В год компании тратят около 250 миллиардов долларов на мобильную рекламу. Темпы роста блокировки мобильной рекламы составляют 90% в год. Если сайт на смартфоне грузится дольше 5 секунд, шанс того, что вы закроете вкладку, повышается на 70%. Общий ежемесячный мобильный трафик в мире составляет больше 30 эксабайт. Это 30 байт с 18 нулями. Больше половины этого трафика, или около 16 эксабайт в месяц, используется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Человек с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях – футболист Криштиану Роналду. В апреле 2020 года у него было 215 миллионов подписчиков. Да парень просто в ударе! Самый читаемый аккаунт в Инстаграме – это аккаунт самого Инстаграма. У него 343 миллиона подписчиков. Вот это цифры! В целом в мире насчитывается около 3 миллиардов пользователей социальных сетей. Каждый пятый взрослый пользуется голосовым поиском на телефоне хотя бы раз в месяц. В 2009 году почти никто не выходил в интернет через мобильный телефон. Все сидели за стационарными компьютерами. 10 лет спустя больше половины пользователей перешло на мобильные устройства. Когда включается реклама по телевизору, 4 из 5 человек тянутся к смартфонам, чтобы скоротать время. И, наконец, я бросаю вам вызов. Найдите себя в следующих пунктах статистики. 3 из 10 человек признают, что скорее откажутся от личных встреч с друзьями, чем от смартфона. Почти каждый второй пользователь скорее отложит отпуск или будет работать 6 дней в неделю вместо 5, чем навсегда откажется от использования смартфона. А 55 человек из 100 скорее целый год не будут питаться вне дома, чем отложат свой драгоценный телефон и больше никогда к нему не прикоснутся. О, дивный мир! Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться, просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.